бесстыжая ведьма, а ты бессовестная фея. Слушай, Ая, ты бы хотела, чтобы тебя усыновили, и ты жила где-нибудь в другом месте? Не! Меня бы выбрали, только чокнутые! Берем вот эту! Я никогда раньше не делала ничего против своей воли! Давай-ка проясним пару моментов. Меня зовут Белла Яга. Я ведьма. Клёво! Ты будешь учить меня магии, а я буду твоей помощницей! Хорошо работай и не пострадаешь! Заклинание, чтобы занять первое место на выставке собак? Ерунда какая-то! Самые интересные заклинания в конце книги. Разговаривает! Я не особо разговорчив. К слову, в этом доме есть одно важное правило. Ни при каких обстоятельствах не беспокой Мандрагора. Не надо мне грубить. Уховертка? Только ведьма может заменить ведьму. Ну что, будешь учить меня магии? Давай скорее начнем!